Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и это у нас Hello Neighbor 2 бета. И сегодня мы ее с вами пройдем. Сегодня я вам покажу, как ее пройти. Короче, я вчера первый взгляд записывал, перед которым вообще не играл, даже не видел. Ну и в общем-то говоря, я после этого изучил, там подсказок в интернете кучу понаходил. И сегодня мы пройдем эту игру с вами. Собственно говоря, изучил я, как тут все проходится. Проходится, в принципе, не так уж и сложно, но если без интернета, то есть когда не знаешь вообще, что делать, то тут очень сложно будет разобраться. Очень много времени потребуется. Релиз игры назначен где-то на декабрь, по-моему, 6 декабря. И если меня в этом году в армию не заберут, то мы обязательно в нее с вами сыграем, когда выйдет. Ну что ж. Давайте начнем новую игру. Начнем сначала. Я забыл, правда, посмотреть, как этого главного героя вообще зовут. Есть ли у него имя? Напишите в комментариях, если знаете. Короче, вообще, к чему нам это обучение все? Главный герой упал сюда, а его камера осталась где-то сверху. Поэтому мы должны подняться туда. И пока мы это делаем, нас обучают. Обучают, как перелезть, как взять ключ. Как использовать его. Ключ этот пропадает сразу, кстати, почему-то. Лазание по лестнице. Забираемся сюда. Открываем окно, удерживая Е. Ну и вот камера здесь. На веревке повисла, на этой. Зафотали мы ворона этого. Ёшкин. Так, сейчас будет касцена, где мы будем ехать там куда-то. Все это мы вчера с вами еще видели. Машину эту мы видели еще в Альфе 1.5. И по сравнению с ней, да и предыдущими всякими альфами, эта бета просто обалденная. Есть, конечно, моменты, где проваливаешься в текстуры и все такое. А вот этот Big Smoke, блин. Это, короче, наш мэр, у которого есть роскошный особняк, в который нам тоже надо будет пробираться. Музей. Вот этот красный дом, в котором сосед наш будет, это не... Не дом сосед, на самом деле, это музей. Но какой-то странный музей, на самом деле. К
Короче, если мы будем ходить сейчас, будем пытаться идти не туда, куда надо, нас будет ловить ворон. Поэтому сначала нам надо сюда пойти, чтобы прошла эта катсцена. Иначе мы никуда с вами дальше не пройдем. Там делать нам нечего. Мы вчера были там с вами. Дверь закрыта, нам надо лом раздобыть, чтобы отколупать эту штуку. Если мы попытаемся попасть сюда, нас поймает ворон, потому что пока нам там делать нечего. Если мы попытаемся пробраться туда, нас тоже поймает ворон. Если мы зайдем в кафешку, нас тоже поймает ворон. Пока что сделать нам делать нечего. Нам сейчас надо идти именно в тот дом. Дом соседа нашего. Он выглядит так же, как и в первой части. На задний двор, если мы попытаемся пробраться, нас тоже поймают. О, тут окошки-то другие. Здесь дом главного героя в первой части должен быть, но здесь нету его. Короче, здесь коп стоит. Вот выглядит дом вроде бы так же, но он вообще другой. И есть вот одна хитрость. Оказывается, у копа сзади ключик прицеплен. Я его не заметил вчера. И с помощью него можно открыть дверь машины. Тампончик лежит, его можно взять, но он ни для чего не пригодится. И можно включить сирену в машине, с помощью которой мы отвлечем этого самого копа. И откроем дверь в подвал. Дом этот я показывать полностью не буду, мы вчера с вами его видели. И на втором этаже, где было жутко темно, туда не идите, там абсолютно нечего делать. Там, кстати, можно в текстуры провалиться и застрять там. Что мы с вами вчера тоже видели. Это люк, который туда на задний двор ведет. Так обойти на задний двор зайти нельзя, нас поймает ворон. О, здесь чья-то могила, короче. Еще не закопанная. Так, вот мы раздобыли ломик. Теперь у нас есть возможность открыть эту дверцу. Берем ломик этот самый. И отколупываем все это дело. Так, ой, а зачем выбросил? Вот ключик этот нам не пригодится. Ключик, кстати, выглядит как ключи в первой части. Ну, только в другом цвете. Мы должны поспать, чтобы наступил день. Это естественно. Часы у главного героя есть, которые показывают, что сейчас 8 утра. Ломик. Ломик нам очень сильно пригодится. Его нельзя терять. В прошлый раз... Опа, тут еще один, тут еще запасной есть, на всякий случай. Хорошо, хорошо. А то тот мы с вами потеряли вчера. Потому что он сквозь окно этого музея пролетел. Время здесь по секундам идет, а может даже быстрее. Короче, в этот... Мы не могли с вами найти вход в этот музей. Вот все двери были закрыты, а... И окна не открывались. Здесь есть... Здесь вот есть окно, но оно открывается только изнутри. Короче, как нам сюда попасть? Есть один проход здесь. Доступный. Вот это в этой дыре. Вот эта дыра. Здесь вход обычный, но он закрыт, он тут заделан и завален. Но
Доступа сюда нету, нам нужен гигантский ключ. Так, тут двери заблокированы. Можно открыть окно и выбраться отсюда. Но оно закроется потом за нами. И, короче, где нам добыть этот гигантский ключ? В доме соседа. Нам делать уже нечего. Этот гигантский ключ находится в том роскошном особняке. Особняке мэра нашего. Здесь его охраняет также собака вот эта. Если она нас может... Она это, поймать нас может. Поэтому аккуратненько проходим. На цыпочках идем и шумим. Эта собака пытается поймать нас. Короче, этот гигантский ключ вот на этой статуе висит. Это тот самый ключ от той двери, как раз таки. Бежим отсюда, пока собака нас не схватила. Так, все, этот ключ мы с вами раздобыли. Теперь идем открывать ту дверь. Зачем я на лестницу иду? Нам не на нее надо. Нам надо вот сюда, на эту гигантскую вывеску. А вот и наш музей. Только какой-то мрачноватый музей. И здесь еще одна дверь. Очень важная дверь. За ней находится вон там голова кабана. Голова кабана нам очень нужна. Так, это гараж, но в гараже делать нечего. Дверь, с дверями машины взаимодействовать пока нельзя. Здесь тоже гараж. И здесь доска. Опа! Я напугался что-то немного. Тут картины мэра повсюду развешаны. И вот это очень важная дверь. Очень важная комната там. Мы открываем ее побыстрее. Но прежде чем мы в нее войдем, я хочу открыть и другие двери, которые забиты досками. Все они ведут на улицу. Мы их откроем, чтобы нам было легче сюда входить потом. Вот еще одна такая дверь. Короче, вся цель игры — это пробраться вон в тот люк на потолке. Вот этот люк на потолке. И опа. Идем тихо. Здесь у нас ванна. Здесь делать особо-то нечего. Можно разве что привлечь его внимание. И спрятаться в шкафу. В этой игре много антагонистов. Оказывается, не только у нас сосед, но тут вообще много антагонистов. Мэр в том числе, он наш. Но все это вы еще увидите. Отлично, он ушел. Давайте зайдем в эту комнату. В эту важную комнату. Здесь находится штука, которой мы можем открыть тот самый люк в потолке. Но для того, чтобы он открылся, нам надо поставить сюда голову медведя. Сюда голову кабана, которую мы увидели, двери, которые надо открыть, и голову рыбы. Все их нам мы должны раздобыть. И первую голову мы уже с вами видели, она находится в той комнате с желтым замком. И сейчас мы должны с вами раздобыть этот ключ от этой двери.
для этого мы идем в кафешку, в пекарню, которую мы вчера с вами тоже видели. В сговоре все жители с этим соседом здесь. Все они хранят ключи от этого музея. Его. Короче, жаловался я вчера, что у них тут дефицит с едой. И я сначала, я вчера еще видел вот это, я думал, что это большой крендель лежит там. Но оказывается, этот ключ, это ключ от той самой двери. Итак, мы должны, во-первых, ключа от того замка нету. Но есть отмычка, которая лежит в этой комнате. Да, вот некоторые двери, как вы понимаете, издают звук колокольчика, который привлекает внимание наших с вами врагов. Так, вот мы добыли с вами эту отмычку. И знаете, она выглядит очень... Она реально остро выглядит здесь. Этим можно прокалывать палец, когда кровь сдаешь, блин. Так. Будет она туда ходить, когда мы будем ходить здесь. Нам надо пробраться туда, потому что если она нас поймает, у нас пропадет отмычка. Нам придется опять за ней бегать. Здесь есть еще одна дверь, но она закрыта, ее не открыть нельзя. Ну, во всяком случае, пока. Активируем будильник. Можем зайти тут, постоять. Тут, если мы будем стоять здесь, она нас трогать не будет. Ждем, когда сработает будильник. Что ж, быстренько идем, открываем. Хватаем ключ и бежим отсюда. Все, ключ добыли, в этой пекарне больше делать нечего. Давайте используем этот ключ. Той самой двери. И как вы видите, стало немножко темнее. Здесь время суток идет ходом своим. Так, ну здесь лучше зайти с того входа, который будет доступен изначально. Открываем эту дверь. Здесь находится голова кабана, которую мы должны установить в ту самую комнату. Проберемся туда через один из проходов на втором этаже. Вроде бы все входы открыли. О, уже ночь наступила. Быстренько тут наступает ночь. И, кстати, что-то плохо стало все видно вообще. Да, двери вот эти железные, они еле-еле открываются. Надо держать их. Удерживать Е, чтобы они открывались. Опа. Куда он пойдет? Если мы будем идти на цыпочках, то он нас слышать не будет. Поэтому так и делаем. Так, ладно, он нас не заметил. Ставим голову кабана. Голова установлена. Теперь нам надо добыть голову рыбы и голову медведя. Следующая пусть будет голова медведя. Отправляемся за ней, но перед этим я бы хотел поспать. Поймал, ну и пофигу. Так, возвращаемся к себе на хату и спим, потому что ночью и выполнять я это не хочу. Следующая наша цель — голова медведя. Она скрывается в доме, в особняке мэра, в том самом роскошном особняке мэра.
Так, я не туда иду. Идем в особняк мэра. Особняк реально роскошный. Можем позаглядывать в окна, посмотреть, насколько он круто живет здесь. Насколько офигенная ванна у него здесь. Так, зайдем сзади, наверное. Да, роскошно живет. Правда, никаких этих, как из охранников, один пес только. И никого больше. Пробираемся на второй этаж. Нам надо... Вот, голова медведя скрывается за этой... в спальне, вон там, на кровати. Но она заблокирована, мы туда не можем пройти. Опа. О, оранжерея есть даже. Что тут, люк в полу есть. Ну, короче, мы должны украсть диск, украсть пластинку, только я забыл, где она находится. Надо избавиться от этого мэра сначала на хвосте, потом... украсть пластинку. Она на втором этаже вроде бы где-то лежит. Вот она. Вот эта пластинка нам нужна. Идем на первый этаж и вставляем ее в проигрыватель. Устанавливаем пластинку и запускаем ее на эту кнопку. Ну, поймала нас. Ну, это ничего страшного. Так, ключ опять попал сюда. Я не знаю как, но это пофигу. Дверь все равно же открыта, так что нам он больше не нужен. Да, он выследил нас. Ну, короче, от этой песни, вот в этой самой пластинке, он должен спать пойти. Мы должны за ним проследить и... до спальни. Спальню он открыть... спальню открывать умеет только он, поэтому мы должны... дождаться момента, когда он откроет дверь в спальню и пробраться туда. Давайте через окна проследим, чтобы он нас особо-то не заметил. Отлично, он пошел спать. Следуем за ним аккуратненько. Так, чтобы он нас не заметил. Подождите, он не спать, по-моему, пошел. Может, еще раз надо включить эту пластинку? Thank you.
Ой-ой, он еще не лег спать, так что... Блин, он нас заметил, ладно. Короче, надо именно в тот момент, когда он спать ляжет, украсть эту голову. Пластинка все еще играет, так что ждем, когда он спать пойдет. Где же он, блин? Музыка все еще играет. Голову взять не успели, но успели в шкафу спрятаться. Ладно, пусть уйдет из комнаты, тогда схватим эту голову. Он что, будет стоять там все это время, что ли? Не-не-не. Мы должны украсть голову именно тогда, когда он идет спать. И именно тогда, когда он спит. Только тогда мы сможем удрать оттуда. Понятно, понятно, понятно. Скорее всего, он сейчас там, так что идем. Блин. Что сейчас будет по всем комнатам, что ли, ходить, искать нас? Он ушел в какую-то ту комнату. Фу ты, он другую песню включил. Ясно, придется ждать, пока он уйдет, и самому включить эту песню, при которой он спать пойдет. Или он сам сейчас пойдет. Ну где он, ё-моё? Да, подзаморочиться с этим мэром придется, конечно. Еще посидит там, блин. 500 лет пройдет, пока он спать ляжет, блин. Пусть поймает нас, что-то тут не так, по-моему. Не работает и все.
Ух, наконец-то. Аккуратно прокрадываемся и хватаем голову. Бери голову быстрее и валим отсюда. Фух, подзаморочиться с этим мэром пришлось. Вот реально. Теперь давайте ляжем спать и забудем про этого мэра. Сколько у нас предметов в инвентаре. Так, возьмем эти штуки, они нам потом пригодятся. Так, идем в музей соседа и устанавливаем там голову медведя. Отлично. Осталась последняя голова, голова рыбы. А, пусть ловит, пофигу. Короче, последняя голова находится в доме охотника какого-то непонятного. Вон в том доме находится она. Пробираемся туда. Во-первых, в почтовом ящике лежит инструкция по сборке этой самой головы. Мы должны пробраться. Блин, этот звук привлечет его сейчас. И чем этот антагонист опасен для нас? Он стреляет из ружья у нас, и это нас замедляет. Тут на втором этаже можно полазить, но тут ничего нужного нету. Короче, эту инструкцию мы должны положить вот здесь. Также рекомендуется здесь поставить камеру, чтобы понаблюдать, как он будет этим заниматься. Вот мы и попались, собственно говоря. Ну ладно, камеру мы установили, инструкцию установили. Теперь можем понаблюдать. Вот, он взял эту деревяшку, собирается высечь из нее и ту самую голову. Высек он очень странно ее магическим каким-то способом, что она мгновенно стала головой рыбы. И эту голову он идет устанавливать тут на улицу. Ждем, когда он выйдет на улицу. Как только он положит голову, сразу хватаем ее. Потому что если мы ее вовремя не схватим, он достанет ружье и выстрелит в эту голову. И она, естественно, уничтожится. Все. Голову забрали и теперь сваливаем отсюда.
Ну все, больше нам тут делать нечего. Возвращаемся в музей. К соседу устанавливаем голову. И заканчиваем. Стоп, не туда. Устанавливаем голову рыбы сюда, и открывается эта штука. И ей мы открываем этот люк. Давай, надо подпрыгнуть повыше. И здесь заканчивается игра. Мы увидели непонятное что, какую-то тень непонятную. Ну и, короче, тут заканчивается бета на этом месте. Это самая бета, очень классная. Очень классная. С нетерпением жду полную версию игры. Ну а на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вконтакте. И всем пока.